Всем Alt 1, друзья, с вами Витёк. У нас сегодня на дворе Immortal Redneck. Давайте вспомним, мы прошли на следующий этаж. Это четвертый. И посмотрите, какую свинью нам подкинули. У нас есть навык... где он, да? Нет. Лава и яд. Вот, улучшает показатели твоей атаки, однако ты можешь носить только одну единицу оружия. Они вообще обурели. Ладно, погнали, попробуем, ну... Очень я боюсь, что эту серию мы можем с вами прям вот, не знаю, быстро-быстро слить. Далеко так и не пройти. Ну что ж, не будем забегать вперед, пробуем. Мне просто не на что даже поменяться. Это очень большой минус. Ой-ой-ой. Так, там какая-то тоже хрень. Будем действовать аккуратно, осторожно, прям шаг за шагом. Так, хорошо. Первый этаж мы порешали, да? Здесь у нас никого. Так, там какая-то хрень лазит. Если мы заберемся наверх, то она нас прям подкинет. Ну, давай попробуем. Других вариантов-то нету. Так, убит. Убит. Готов. Единственный плюс у нас, конечно, увеличенный урон. Реально, реально большой плюс. Блин, я думал попал. Нет, там все-таки чаша помешала. Так, ну что же, держи. Держи, во, ставка, это то, что нам нужно подкрепить жизни. Так, подлетай, подлетай. Отлично, с первой плюхи мы тебя. О, я забыл, что ты умеешь так паркурить. Есть контакт. Блин, с одной куколкой, конечно, пройти, я думаю, будет очень-очень тяжело. Но может быть, какой-нибудь свиток потом эту хрень разблокирует. Так, дверь, по идее, здесь наверху. Пробуем. Так, сейчас нужно немножко поудобнее. Это же у нас экшон. Так, чувак, давай еще раз нас подкидывай. Во, все. Так, а где дверь? Дверь-то он с этой стороны рисовал. Не понял. А, ну вон дверь, ё-моё. Так, отлично. Все, заходим дальше. Что у нас сейчас будет? Лягушки, да? У-у-у, лягушки-квакушки. Так, отлично, есть ускорение. Опа, 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 применили способность свою. Оу, не попадай на них. Ёлки-палки, быстрые ребята. Так, отлично. У пистолета очень хорошая способность. То, что он цепной своей реакцией потом нейтрализует следующего врага. Так, отлично. Вот аптечки, конечно, бы не помешало. Блин, очень много я потерял. Так, давай, с сенсой все в порядке, да, нормально, все, продолжаем, друзья. Ох, ну поехали, следующая комната. Во-во-во, вы что тут устроили-то? А, это у нас чистое испытание, да, получается? Не поранься. Что-то я очень сомневаюсь, что здесь можно не пораниться. Мне кажется, нужно действовать, во-первых, с середины. Вот они два пролетают. Потом куда? Навстречку-то какой идет? Блин, мне сундук этот очень нужен. Там что, вообще свободной ячейки не будет, да, отдохнуть? Попробуем. Да нет, есть. Фух. Вот это аттракцион, друзья. Воу-воу-воу-воу. Вы посмотрите, что творится, а. Так, вот тут вот, мне кажется, нужно дойти опять до этих труб. Так будет резче, ой, резче, проще ориентироваться. Фух. Не спеши, Витёк. Ой-ой-ой-ой-ой. Я очень хочу сундук. Пожалуйста. Да, я поход прошел. Ну что, что, разблокируйте мне, повышается скорострельность оружия. Ну какая мне здесь скорострельность, а? Ну вы бы мне убрали, дали бы еще больше оружия. Ну ладно. Так, как писали нам ребята в комментариях, нужно залазить на каждый верх. Где-то можно встретить какую-нибудь фигню. Ничего тут нету. Никакой фигни наверху там не было. Так, ладно, идем обратно. Так, здесь у нас тоже ничего. Так, нужно наверх. Конечно. Так, хорошо.
обратно, походу, возвращаемся. Нет, не обратно. Следующая комната, ребят. Вот сейчас огонь будет. Вау! Как я на нее нарвался, мортира. Так, отлично, двоих убили. Есть. Есть. Блин, один. Ха-ха-ха, готово. Так, спокойно, не спеши. 5 пулек у меня. Вот жопа-то, а. 5 пулек. Не-не-не-не-не, чувак. Спокойно, что-то он тут подзастрял как-то. Прям в башню тебе. Так, опять там эти синие крокозябры ходят. Давай, нужно патроны забрать. Жизни-то никто мне не оставил? Нет, не оставил. Ладно, лезем сюда наверх. Готов, готов, парень. Все нормально. Так, здесь у нас наверху ничего интересного нету. Ладно. Так, давай, 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 поверху. Опа, пока там штука не пропала, срочно, это свиток. Нападение сзади нанесет тебе больше урона. Ребята, это бонус. Ради этого я сюда лез. Как его выкинуть, нет? Убрать, уничтожить? Нельзя. Задом, короче, подставляться вообще категорически запрещено. Я думаю, каждый и так из вас об этом знает. Я не могу использовать бонус. Опа-опа-опа-опа. Давай, чувак. Блин, они стреляют. Они стреляют. Прячься. Перезарядка, блин, патронов. Патроны кончаются. Вот зараз, да? У меня же скорострельность повышенная. Откуда вы там палите, блин? Готов, готов. Блин, как я от него ушел. Красавчик, промазал. Так, отлично. Эту хрень мы вынесли. Теперь, ребята, 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 остаются волки. Волки, да, волки позорные, получаете. Что-то там наверху остался, да? Я иду к тебе. Еще один. Так, патроны забрать. Еще двое даже. Все, готовы. Блин, с одним пестолем, друзья, это ж немыслимо просто. Куда нам можно будет пройти? Направо здесь и продолжить туда. Хорошо, давайте сейчас посмотрим. Блин, я же хочу бонус всяким. Давай сюда. Давай сюда. Здесь у нас лестница, кстати. Так, ладно, действуем быстро. Стреляем во всех, кто стрелять умеет. Опа. Не-не-не-не-не, чуваки, хорош. Завязывай. Где там еще леталка была, а? Готов. Готов. Так, отлично, вас и так вынесли, нет? Блин, он остался. Так, хорош, все. У нас лестница на 5-й этаж. Мы ее запомнили. Ну, пойдем мы с вами еще один проход покорять. Че, подождем, сейчас накопится это обилка наша. Че она сдает? Да, активный навык. Упускает шаровую молнию, которая наносит урон, меняя свой размер. Размер-то у нее такой не маленький, в принципе. Опа! Я что-то и подумать не мог, что. Барашки? Ну вы надо мной издеваетесь, да? Зря сюда пошел, короче. Прям вот вообще зря. Как я не попал-то в него, ё-моё. Как же он меня не вынес-то? Блин, еще и задом нельзя подставляться, а? Ты смотри. И чё вы хотите сказать, здесь ничего не будет? Где мое бессмертие, супер-пупер оружие, ребята? Мне эта серия прям вообще какая-то нереальная. Так, хорошо, смотрим, что внизу. Нормально, мы этих чуваков и так покоцаем. Оу, грозные, оу. Тебя не хочу, ты страшный. Пошел вон. Вовремя как. О, похавал. Похавал, чувака вынес. Оу, пронесло прям. На тебе в башню, блин.
Еще раз, в трех плюх, короче, он у меня с пистолета выносится. Давай, заходим. Я не знаю, что будет. Мне кажется, он уже внизу бродит. Вроде сколобродит. Наверху-то нету. Ну что, пойдем за тобой. Тобой одним не обойдемся. Ну вот он был последний. Так, еще дверь. Еще дверь. Так, это в центр. Ну вот это вот остается. Ладно, поехали. Ох, как я не люблю такие хрени-то, а? Ну конечно, блин, 17 хп, сейчас одна плюха мне, и все, я труп буду. А-а-а, блин, я баранов терпеть не могу вообще, они похожи на эти... Ну все, убили, ну конечно, елки-палки, меня, кстати, швырануло самого, это я не спецом. Мне оставалось-то совсем чуть-чуть, ну согласитесь, ребят, действовать с одним, ну, пестолем, ну не было шансов, это уже было ясно сразу. Естественно, за сетом, мне сет очень понравился. Ну, записи, видите, ржавый револьвер, УЗИ. Ну, мне не понравилось оружие. Так, все, я согласен. У нас должно быть сейчас немало монет, и мы можем что-нибудь такое отдельное себе подкупить. Так, где у нас магазинчик? Давайте сначала... Золото 0. Это вообще как? Нормально? Сегодня не 1 апреля. Я даже не могу старую карту взять. Я худею с этой игры. Блин, вы все видели. У меня была, походу, эта хрензита свиток, что когда я умру, короче, восстановлюсь. Все у меня пропадет, не будет золота. Начну с нулем. Ну ладно. Блин, первый этаж вы стебете, что ли? Каждый раз как... Как заново в эту игру. Ну ладно, давайте по-серьезному. Сейчас враги должны быть так себе. Ого, нихрена себе так себе. Да вы что, обалдели что ли? Так, есть. Сюда никто больше не подходит. Ну пойдем наверх разбираться. Кто у нас тут остался? Так, кусок мяса нужен нам. Так, забрал все и убил. Так, и смотрим, все бонусы, все свитки, все, что будет попадаться, нужно будет собирать. Ну что, готовы? Ох, блин, эти бараны, а. Ох уж эти бараны. Я не знаю, как еще против них действовать, я буду из этого плазмомета фигарить их. Да, готово. Так, отлично. Мяско, мяско. Я люблю мяско. Так, пойдем направо. Потому что вроде как налево пойдешь, коня обтеряешь. Вы что, стебете, что ли? Так, сначала-то мортиру. А-а-а-а, кончились. Ну и можно из плазмы. Воу, там наверху еще ребята. Блин, как я не увидел-то, а? А что ж вот... Нифига промазал. Чё ж вы раньше-то не стреляли, а? Хорошо. Вот вам, получаете. Ништяк. Так, монетки собирай. Так, а наверху... Блин, не залезешь, что ли, так? Может, там какие-нибудь... Эх, бонусы. Да нет, походу нету. И на алтаре на этом тоже... Ладно, идем дальше. Комната у нас есть. Ну что, погнали. Так, исчез, да, подлюк? Сейчас где-нибудь сзади восстановится. Воу-воу-воу-воу. Давай, давай, моя задача... А что не восстановилась моя билка? Так, он еще жив? Он там посередине где-то уже стоит. Все, допрыгался, чувак. Еще и бараны сюда привели. Так, готов, готов, готов. Я постоянно этих баранов путаю с этими бочками. Не бочками, а сосудами, блин. Так, хорошо. Здесь вроде путем. А что здесь делать? Ладно, нужно сначала убить эту штуку. Давай, чувак. Ты что, еще живой, что ли? Нифига себе ты живучка. Блин, ты мне не нравишься, в курсе? Стреляй давай. Это дуэль.
Блин, чё он такой живучий? Ха, есть, всё. Ещё никто от меня не выходил. И ничего мы здесь не возьмем с вами. Нет, ничего больше нету. Внизу здесь тоже. Ох, интересный уровень такой сделали в плане локации. И ничего тут нету. Даже как-то обидно. Так, еще одна дверь есть. Ну что, погнали. Так, 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 так. А что, все? Уху, здорово. Всего-то двое было. А где же всякие свитки, блин? Офигели. Чемоданы, свитки. Я хочу бонусов. Но как мы уже поняли, что бонусы не всегда бывают приятными, да? Очень часто стали появляться обратные бонусы. Ну, все плохие. А, я попал на него. Я знал, что так и будет. Ничего страшного. Блин, не попал, что ли? Вот зараз, да? Есть, так, все собрал. Давай, вот мяско взяли подкрепиться. Можно пока перезарядиться. А расстояние, кстати, нормальное. Даже отсюда, по-моему, попадал. Ладно, сейчас проверим. Так, готов? Готов. Фух, обожаю этот звук, когда заканчиваются враги на уровне. И что, у нас две двери здесь? Две. Наверх никуда больше нельзя. Все, принято. Ну, поехали. Так. Ну, с тобой мы справимся. Нормально, кстати, расстояние держит. Чего же я раньше нормально так не пользовался? Ну вот, тебе. На добивочку. Блин, там же наверху могут быть враги. Расслабонщики так встал здесь. Ну давай. Ха-ха-ха, есть, чувак. Так, хорошо. Тут тоже все норм. Ну и получается наверх надо. Ну, возьмем пушку побольше. Ну что, кто у нас тут? Вот так вот мы можем вас расфигачить. Вы что, обалдели, что ли? Куда вы разбежались-то? Эй, детки. А, он меня укусил. Интересно, а чем он кусает? Глазом? Не, у них вон рот есть, по-моему. Оу, жесть. Так, тут все тоже, да? Комната ни о чем, блин. Таких бонусов, как ими не пахло, так их и нету. Ладно, идем в следующую комнату. Я проверяю все локации абсолютно. Снайпер есть. Этот убит. Волчара, я должен был сделать выстрел. Спокуха. Да-да-да-да-да. Ты обалдел, что ли? Отвали от меня. Все, все готовы. Так, здесь у нас лестница. Я так и не увидел никаких бонусов, свитков. И ни из кого ничего не выпало. Ладно, мы запомним эту комнату. И мне бы хотелось все собрать на уровне. Допустим, в этой комнате я точно не был. То есть нам наверх вправо. Все, мы это запомнили. Вот, добраться до сундука, посмотрите-ка. Это будет очень интересно. А как мы с вами, интересно, пойдем? Ага. Или понизу. Понизу, короче, наверное, не вариант будет. Кусок, а? Так, хорошо, что можно сюда. Все, я понял. Ничего страшного. Ничего страшного, идем чуть левее. Ускориться нужно. Да-да-да! И куда? Блин, это было невероятно. Так, нам хотят автомат дать. Я даже не знаю. Это, кстати, хороший автомат. Лишаться меча из-за оружия.
Но он на дальней же дистанции. Хорошо, все, приняли. Так, давайте проберемся. Блин, о, в лаву не попал. Нифига я. Я в шоке. Так, ладно. Я надеюсь, все-таки решение принято правильно. Так, давайте посмотрим, где мы не были. Вниз же мы ходили. Не сходили, тут открыто. И мы вправо ходили. Все, вариантов нету, идем на следующий этаж. Такая вот у нас получается будет серия. Будем собирать все, что есть. Потому что хочется все-таки пройти до конца. У меня уже видосы по этой игре, если честно, получается, подзатянулись. У многих из вас, кто эту игру проходил, это получилось гораздо быстрее. Но я от этой игры, по крайней мере, получаю удовольствие. Надеюсь, вам тоже нравится смотреть. Так, второй этаж. Все, боеприпасы, золото, трофеи. Да, надеюсь, вам тоже нравится смотреть с моими комментариями. И спасибо за ваши отзывы, друзья. Реально, когда вы пишете, это очень сильно подбадривает. И хочется играть, и чтобы было веселее-веселее. Хорошо, не отвлекаемся. Идем, 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 идем. Блин, надо сначала собак вынести. У-у-у, обломчик у меня. Так, очень крутой пистолет, это реально. Автомат сейчас, кстати, как-никак, кстати, пришел. Мяско нужно собрать. Так, уходим. Интересно, какое расстояние действует? Надо же! Вы посмотрите, очень хорошее расстояние. Мы сейчас применим автомат. Так, отлично. И жизни у нас теперь на максималках. Воу-воу-воу, там уже стреляют вовсю. Надо монетки собирать. Золото нам еще пригодится. Есть, эту гадость мы сбили. Так, кто еще остался? Кто еще остался? Так, монетки хочу. Ну что, мне за тобой идти, что ли, правда? Опа, уходим. Какие они быстрые. Блин, патроны придется брать, нельзя пропускать. Так, ускорились. Давайте на эту сторону. Отлично. Так, ну что, прямо? Ну, давайте прямо. Проходить-то нужно будет все. Да что ж такое прямой-то? Ходи, там уж стреляют, небось. А, это статуя. Ёлки-палки. Давай, 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 братан. Есть. Они хотя бы на время подумать дают. Большой плюс. Так, ура-ура. Внизу пока не канает. Ну, из автомата. Есть контакт. Так, у нас где-то доступна пушка. Где-то там справа. Так, а что это такое? Да ладно. Базука. Вы серьезно? Ну что, попробуем? Давайте попробуем. Почему нет? Она нам, я думаю, очень-очень-очень пригодится. Так, в этой комнате больше ничего нету. Пу-пу-пум. Потому что я все-таки немножко жалею, что я поменял меч. А может быть и нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте пробовать. Ага, смотрите-ка, это гранатомет, блин. Я думал, базука. Нет. Это гранатомет. Я думал, пригодится. Причем очень пригодится. Ах ты хрен. Ой. Почему он сразу не взрывается? Посмотри, сколько в него надо. Понятно, тут можно много зарядов сделать. Тогда, типа, от нее, наверное, будет толк. Да, мне кажется, автомат был почетче. Но еще, кстати, не поздно будет вернуться и поменять. Сейчас мы немножко подпривыкнем. Так, все, жизни есть. Давай, нужно запрыгнуть. Понятно, отсюда не запрыгнем. Вот так вот. Так, здесь у нас ничего нету. Есть проход в следующую комнату. Ну, двигаемся. Так, ничего себе здесь у нас сейчас... Оу!
Там снайпер. Есть. Спокуха. Перепрыгнул. Воу, еще кто-то стреляет. Ладно. Не отвлекаемся. Давай через верх, мне кажется, так будет попроще. Понятно, стреляют. Ну вот накидал я им, да? И... Будет толк-то, а? Ну, кстати, добили. Из гранатомета дальнего. Так что, в принципе, ничего. Пока что пользуемся. Там посмотрим. Так, здесь у нас никаких ни бонусов, что ли, ни комнат, ничего нету. Но это не серьезно. Мне очень понравился свиток, который дает бонус. Мы можем разбивать вот эти колбы. У нас появляются всякие там жизни, здоровье, амуниция, патроны. Так, не могу собрать еще по карте. Пойдем сюда, да, по лестнице, наверное, налево. Так, окей. Хотя бы мы пока с полными жизнями идем. Так, уходим, уходим, уходим. Отлично. Давай, как вы так промазали-то? Все нормально. Во, первый свиток, друзья. Увеличивает количество прямо золота. Ну неужели мне в чем-то повезло? Мне кажется, там кто-нибудь есть. Ну и что, как тебя валить-то? Один патрон у меня. Ты ушел, да? Вот зараза, ты последний или нет? Ага, он спрятался. Вот говнюк. Есть, убили. Где-то еще его брат-близнец. Я прям чую, ты где-то рядом. Че, неужели внизу? А-а-а, вот вы как. Вот, допустим, да, сделали с тебя отступление. И че толку? Ну нет, так себе. Надо автомат, наверное, брать. Даже эта штука, мне кажется, лучше, больше решает. Хотя все очень спорно. Так, ну давай накидаем. Ну вот, ну. И чё толку? Давай, подходи. И ему по барабану. Она взрывается, ну, в радиусе где-то 2 метров, и на него не влияет. Все-таки ее надо поменять на автомат. Да, поэтому вернемся. Так, что у нас? Следующая комната. О, через верх. Ну, давайте зайдем. Ого! Нету врагов, нам нужно добраться только до сундучка. Вроде же звучит просто. Ну, я думаю, у нас все получится. По крайней мере, нет никаких условий. Это уже большой плюс. Так, есть контакт. Ну, открывает карту текущего этажа. Ой, как круто! Сарказм, если что. Ну, пошли обратно. В соседней комнате я смогу поменять свое оружие. Так, направо выходим и вот сюда. Да, я возьму обратно автомат. Мне гранатомет не понравился. Так, забираем. Может, здесь что наверху еще можно найти? Ну и что, я даже на собаке и... Не, ничего нету. Так, хорошо, здесь только обратно. Направо мы... Направо-то мы ходили, да? А здесь от серединки больше... Сейчас на противоположную сторону заберемся, и там будет понятно, куда нам дальше. Во все дверки, что ли, я ходил? Нет, кроме вот этой. Ага, вот она у нас, походу, ключевая будет. Ну что, погнали, друзья. Сейчас будет веселуха. Так, отлично. Нужно стрельцов убивать. Блин, Витек, в первую очередь, ты же знаешь схему. Давай, 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 давай. Всех, кто стреляет. Ага, кончились. Так, ничего, 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 ничего. Да чё же вы, блин, такие... Хрен, попадешь по вам. Ха-ха, и патрон кончается.
Так, забираем монетки. Опа, по мне попали. Вы смотрите-ка. Давай сначала вас, инопланетян. Так, что есть? Вот зараза, а. Все нормально, прицел настроил. Есть! Двоих сразу, с одной плюхи. Так, как мне попасть теперь туда? Давай. Опа! Слиток избавляет от вредных свитков. Нифига себе, ребят! Вот это подгон! А, ну интересно, это... в смысле, они попадаться не будут? Вот этот свиток нам бы очень пригодился в предыдущем уровне, когда я с одним пистолетом бегал. А то мне столько дряни там попалось. Так, ладно, чё. Идем в следующую комнату. Я все-таки надеюсь, что нам теперь не будут вообще попадаться плохие свитки. Так, отлично, там полное мясо. Нужно сначала всех этих ребят загасить. Ага, вы еще и тут. Ништяк, так, забирай. Есть контакт. Отходим. А вот теперь подрастающий есть. Все, прекрасно. Так, куда же мы двинемся дальше? Тут комнат не вижу, на третий этаж, походу, надо. Так, свитков нету больше? Нету. Ну и дверь в конце. А все по... Вот он, как и писал один из подписчиков, нужно на самый верх везде в любой комнате заходить. Жаль, свитка нет никакого, но все же патроны, бонусы. Но в следующий раз мог бы быть и свиток. Ой-ой-ой, я не знаю, как здесь поступить. Добраться до сундука. Так, добраться до сундука. И посмотрите, сундук-то у нас где? Ух, нифига себе, я туда попаду, а там перекрестный огонь. Как они это себе представляют? Там какая-то мясорубка еще. Ладно, хотя бы не написано, что без потери жизни. Так, ладно. Па-па-па-пам. Это у нас наверху. Наверх, наверное, нам не надо. Ладно, пока не ясно. Ага, сундук видел. Сундук видел. Сейчас, сейчас, сейчас сделаем. Так, отходим. Вау, нифига себе жизни потратили. Так, смотрите, что у нас улучшает все показатели. Энергетические перчатки. Они на время, интересно, добраться до сундука. Я же был у сундука, или там еще будет? Ого. Ого, ого. Ну-ка, встань. Так, отлично. Тихо-тихо, нам в эту дверь нужно. Давай, чувак. Я пестель заменил на это? Не, вы что, обалдели, что ли? Давай автомат поменяем тогда. Они, получается, бесконечные. Потом пистолет у нас остается. Ну да, как же. Так, ладно, сейчас поменяем так, чтобы... Или так, нельзя будет. Так, ладно, перчатки взял. Вот, пистолет теперь вот так вот меняем. И вот так вот. Теперь на двойке пистолет, как было привычно. Отлично, все. Теперь двигаемся дальше. А то на единичку, когда пистолет, мне очень непривычно. Ну что, попробуем перчатки, да, как они? Давай, чувак. Понятно, им просто нужно время, пока они куда-то попадут в цель. Ох, ни хрена, вы там по полной уже атакуете меня. Так, промазал. Все, и у нас есть свиток. При нападении сзади твоя защита повышается. А вот это, ребят, офигительный бонус. Если до этого... Ну-ка. Повышает шанс сбить противника с ног. Офигеть, вы посмотрите, что сегодня творится, а. Я прям настолько доволен, что сейчас, ну, что нас вначале убили, и мы
продолжаем как бы сначала. Офигеть. Так, смотрим карту. Куда же нам дальше? Нужно вернуться и потом, наверное, направо, да? Вернуться нам как? Вот туда. Да, бонусы нужно собирать все. Тогда реально есть, есть огромный толк и потенциал проходить дальше, иначе без них просто можно реально быстро слить. Так, а вот это мне не нравится. Давай, 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 чувак. Нормально все энергетические перчатки решают. Фигарь сначала стрелков. Есть, 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 есть. Так, отлично, здесь чисто. Куда же дальше? Неужели вниз? Хорошо, так, аккуратненько. Проходим. Опа, они сейчас все будут стрелять, да? Так, ладненько, пробуем. Давай, вниз спустились. Все, нас здесь никто не достанет. Давай, 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 давай. Ага, есть. Спокойно, спокойно. Во. У него ничего не получилось. Забор помешал ему. Очень большой плюс от этих перчаток. Потому что они не требуют патронов, восстановления и прочей фигни. Так, а что, попробуем сюда забраться, да? По-любому здесь что-нибудь может быть. А что толку? Вот я на самом верху. Нет, здесь нифига, больше здесь ничего нету. Ладненько, идем дальше. Там у нас следующая дверь. Ну что, проходим. Здорово, враги. Так, спокуха. Воу, а ну давай пушку нормальную и поперли. Так, есть жаба. Убили. Ништяк. Так, перезарядочка. А чё, здесь ничего нету? Одуреть. Одуреть, а где же у нас следующий этаж? Нет, это реально издевательство делать так комнаты. Вы чё, прикалываетесь? Я захожу, прохожу несколько комнат подряд, а там пусто. Так, ну налево. Пу-пу-пу-пум. Или внизу, да, внизу. Вот он еще проход есть. Не знаю, здесь был, нет. Да, я здесь был. Получается, на верхней не было. Да нет, здесь мы тоже были. И направо заходили через нижнюю. А нижних несколько. Вот где я не был. Вот она комната. Ну что, погнали. Поход здесь лестница будет. Давай, гасим, гасим. Дюк-дюк-дюк. Держись. Так, слитка хочу. Свиток повышает меткость оружия. Огромнейший плюс. Давай, 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 давай. Нам бы еще, конечно, урон повысить. Было вообще круто. Готов. Так, патроны кончаются, да? Немножечко. Ничего страшного. Так, ну что, полет. Оу, офигели. Отходим. Отходим, отходим. Фига себе, тут взрывы были. У меня нехило так жизни отняли. 75. Не очень прикольно. Отходим. Взрывы-то у него такие конкретные. Все, у нас есть лестница. Так. Завершаем тогда. Там же наверху ничего вроде больше. Никуда никаких выступов нету. Ну да, он там все прошарил. Фух, ничего себе у нас. Два уровня-то подрастянулись как. У некоторых боссов есть щиты. Как можно скорее выяснить, как их отключить. Ну что, друзья, на этом мы сделаем паузу. У нас третий этаж, мы собираем все бонусы. У нас вообще все нормально. Золотишко, меткость, шанс бить с ног. Потом... А что, нету, да, этой штуки? Нету, куда-то... Она, видимо, разовая. Что, плохие карточки пропали, да? Плохие свитки. Ну ладно, все, мы поняли, что это есть. Можно убрать плохие, самое главное. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписываемся, ставим лайк под видео. Увидимся на третьем этаже в следующей серии. Всем пока, друзья.